Омским фермерам будут больше платить за молоко. Такое решение принято на заседании правительства региона. За этот год фермеры получат больше 100 миллионов рублей в качестве компенсации. За каждый проданный литр молока крестьянам из южных районов области доплатят 2 рубля 60 копеек, на севере области больше. Увеличение субсидий связано с ростом производства. Молодые фермеры активно подают заявки на правительственные гранты. Это позволяет не только обеспечить молоком регион, но и большую долю сырой продукции продавать в соседние области. Динамика позитивная, и мы не видим тенденции, чтобы был какой-то спад. А что касается в целом цифр, да, порядка на 10 миллионов рублей, я думаю, в этом году больше будет выделено средств на данное направление. Вот, поэтому рост идет, это очень хорошо.